Привет! Сейчас я расскажу вам всю правду о том, как получить государственные услуги прямо из дома. Оплатить коммуналку, зарегистрировать брак, оформить пособие, узнать о штрафах ГИБДД и многое другое. Мы подготовили для вас более 100 полезных услуг на портале Госуслуги 71. Больше никаких очередей и беготни за справками. Теперь это в прошлом. Как пользоваться сайтом? Очень просто. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», напишите, как вас зовут. Укажите номер телефона, паспорта и СНИЛС. Для доступа ко всем услугам подтвердите пароль в многофункциональном центре или в ближайшем центре обслуживания пользователей. И вперед за услугами! Выберите нужную и нажмите «Получить услугу». Заполните необходимые данные и, если потребуется, приложите копии документов и отправляйте заявку. В личном кабинете вы можете следить за ходом оказания услуги. Как только вы увидите статус «Заявка принята успешно», выберите удобную дату и время для визита в ведомство и получите результат. Легко, правда? Потому что у вас есть госуслуги 71.ru.